Сегодня в Уральске состоялся пятый региональный конкурс среди талантливых исполнительниц, прославляющих традиционное песенное искусство. Мероприятие посвящено творчеству Каламкас Урашевой, заслуженной артистки Казахстана, певицы и термеше. Жыр и терме – это гармоничное сочетание литературы и музыки. Огромный вклад в пропаганду и развитие этих жанров вносят акыны и исполнители. Одна из ярких представителей этого сообщества – Каламкас Урашева. Она ушла из жизни в 35 лет, но за столь короткую жизнь успела оставить после себя такое же богатое наследие. Мы видим, что наше искусство, особенно жанр жыр и терме, совершенствуется. Растет число девушек, которые изучают и исследуют произведения в данном жанре. В регионах открываются музыкальные школы, и мы с уверенностью смотрим в будущее этого вида национального искусства. С 2003 года региональный конкурс «Куминде Кумысжыр», посвященный памяти нашей талантливой землячки, общей гордости казахов, проводится регулярно каждые 5 лет. В этом году его организатором выступает Акжаикский районный центр культуры и досуга. Свое мастерство и таланты на уральской сцене продемонстрировали певицы из Кызылординской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В моем репертуаре песни «Наркыз» и «Кубланды Батыр», также «Толгау», «Думбрамды Алып» и другие. Многие из них я знаю наизусть. Среди произведений часто встречаются сложные. Нужно их понять, прочувствовать и суметь донести до зрителя. Это очень важно и требует большого мастерства. В познавательном творческом мероприятии приняли участие коллеги Каламкас Урашевой по искусству, современники и друзья, знавшие ее лично, а также 3 дочери артистки. Для всех она, конечно, артистка. Она... человек искусства, а для нас она наша мама. Мы в жизни ее знали совсем другой, мы знали ее как маму. А сейчас здесь, видя ее коллег по сцене, друзей даже с теми, с кем она общалась, мы совсем узнаем другого человека. Для нашей молодежи, для подрастающего поколения это кладезь. Исторический кладезь знаний. Благодаря этому конкурсу вот эти вот молодые участницы, девушки, девочки, они познают и себя. Через творческое вдохновение Каламкас Урашева стремилась показать любовь к родному языку и родной земле. И сегодня ее последователи достойно продолжают эту важную миссию. Яркое тому подтверждение – этот красивый конкурс. Алмагуль Джампеисова, Адельбек Исаков, Колобек Акрап, Акжайк Акпарат.